Привет-привет! Сегодня мы делаем куриные наггетсы. Для этого нам потребуется куриная грудка, лимонный сок, пищевая сода, кукурузный крахмал, соль, перец, масло для жарки и мука. Начнем с того, что нарезаем куриную грудку. Нарезаем курочку маленькими кусочками. Курочку нарезали. Добавляем сюда соль по вкусу, перец, соду и перемешиваем. Перемешали. Добавляем лимонный сок. И крахмал. Все это еще раз тщательно перемешиваем. Крахмал у меня кукурузный. Картофельным специфический вкус, поэтому я его почти не употребляю. Все это тщательно размешали и оставляем на 20 минут. Прошло 20 минут. Теперь беру каждый кусочек и тщательно его обваляю в муке. Абсолютно каждый кусочек тщательно обваляю в муке. Обваляла всю курочку в муке. Теперь разогреваем масло на сковороде. Разогреваем масло. Рядом у меня бумажная салфетка, куда складывать наши наггетсы, чтобы стекся лишний жир. Сейчас масло разогреется. Ставим на нее курочку. Обжариваем с обеих сторон до коричневой корочки. Наши наггетсы готовы, быстро и вкусно. Приятного аппетита!